Финансовый рынок Форекс – это прекрасный способ заработать деньги и самореализоваться не только людям с экономическим образованием, но и тем, у кого нет специальных знаний в сфере финансов. Даже домохозяйки имеют возможность получать от 30 до 300% годовых. И самым главным фактором при этом является лишь желание. Но прежде чем узнать, как именно каждый может пополнить свой кошелек, давайте ближе познакомимся с рынком Форекс. Итак, Форекс – это аббревиатура от Foreign Exchange, то есть иностранный обмен. Фактически, это глобальный международный обменный пункт, где одна валюта покупается или продается за другую. А вы зарабатываете на разнице, которую получаете в результате операции. Но в отличие от обменного пункта, объемы продаваемых и покупаемых валют на Форексе в сотни, а то и в тысячи раз больше, как, соответственно, и доходы. Рынок Форекс устроен таким образом, что валютные курсы могут изменяться каждую минуту. Ведь когда одна валюта дешевеет, другая, наоборот, растет в цене. Ваш доход может увеличиваться в каждое мгновение. Кроме того, рынок Форекс практически вечен. Он сохранит ваши финансы от инфляции. Ценные бумаги могут дешеветь или дорожать. Любой из банков может объявить себя банкротом. Форекс всегда остается стабильным, ведь товар этого рынка не теряет своей ликвидности. А любой мировой кризис лишь увеличивает интенсивность финансового оборота на Форексе. Еще одно преимущество – отсутствие ограничений во времени для торгов. Форекс работает круглосуточно 5 дней в неделю. Ну а продавать и покупать валюту вы можете в любой точке мира с помощью интернета. Эти удобные факторы дают возможность вам самим выбирать оптимальное время работы и совмещать торговлю на валютном рынке с вашей карьерой. А если Форекс будет вашим основным местом работы, вы наконец станете хозяином своей жизни. Участниками Форекса являются коммерческие банки. Они совершают крупные сделки, в результате которых появляется колебание цены на валюту. Центральные банки, которые регулируют и стабилизируют эти скачки, не давая стоимости валюты резко измениться. Брокерские компании, в частности мы, Admiral Markets, которые по сути занимаются тем, что выступают посредником между продавцами и покупателями валюты. Мы делаем возможными торги на рынке Форекс для частных инвесторов, работающих через интернет. И частные лица – это вы, индивидуальные трейдеры, которые благодаря нам получили возможность присоединиться к мировому финансовому рынку. Знание точного ответа на этот вопрос сделало бы вас самым богатым человеком в мире. Но не волнуйтесь, Admiral Markets поможет вам в этом, благодаря многообразию программ, цель которых – обучение навыкам торговли. Мы бесплатно обеспечиваем своих клиентов широким спектром аналитической и новостной информации, а также предоставляем полную информацию о финансовых рынках в реальном времени. А чтобы вы были надежно защищены и с комфортом работали на финансовых рынках, мы заручились поддержкой одного из лидеров в области интернет-безопасности – компании Asset. Любой желающий может начать работу на Форексе с открытия демо-счета. Демо-счет – это отличная возможность приобрести практические навыки интернет-трейдинга без риска, поскольку от вас не требуется реальных капиталовложений. Компания Admiral Markets готова на 30 дней предоставить вам бесплатный демо-счет, чтобы вы изучили уровни кредитного плеча и торговые тактики. Лучше один раз попробовать самому, чем несколько раз услышать от других. Admiral Markets – ваш проводник в мир финансовой независимости.